Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя, безумные мутанты. Так, заберем с тобой для начала ревард, который идет нам бесплатно. Так, это у нас, нифига себе, 109 тысяч мутагена. Это как раз вовремя. И с тобой давай-ка пооткрываем персонажей. Во-первых, мы откроем двух синих и 6 зеленых. Поехали. Так, кто нам здесь из синих выпадет? Наполеон! Друзья мои, это новый герой, которого у меня доселе не было. Отлично, трехзвездочный сразу же. Фу, вот это вот радость. Так, давай следующего смотреть. И кто же нам сейчас выпадет? Ага, опять же Наполеон. Ладно, друзья мои, я нисколечко не возражаю. Давай теперь смотреть, кто у нас здесь будет выпадать. Это Бибоп. Ладно, следующий. Так, это у нас Супер Ирма. Неплохо, для прокачки, ребята, это самое то, поверь мне. Дальше идет Микеланджело. Солидно, давай следующего. Опять Бибоп. Да что ж ты будешь делать, что-то везет нам сегодня на кабанчика. Так, Леонардо, вот я, кстати, хотел бы получить Леонардо трехзвездочного. Вот это было бы шикарно. И Сплинтер. Последний, ребята, последний. А, нет, все. Больше мы ничего не можем сделать пока, но нам чуть-чуть не хватает до еще одного разика. Так, давай с тобой здесь возьмем награду. Так, и теперь посмотрим. У нас с тобой 109 тысяч или даже 226 тысяч мутагена. Вот я теперь сижу и думаю, может быть, нам прокачать. У меня есть вот такая жаба. Ген... Как его там звать? Генгиш? Генгиш. И Наполеона мы с тобой достали. Этот у нас идет с топором, с секирой, а этот, по-моему, с кнутом, насколько я помню. Да. И вот кого нам из них прокачивать, я даже, честно говоря, не знаю. Кто лучше, друзья мои? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, а я, пожалуй-ка, пока прокачаю своих уже прокачанных персонажей. Давай, наверное, до соточки его качнем. Улучшили скилл. Так, дальше у нас пойдет с тобой, наверное, Ирму. Я думаю, что Ирму нужно прокачать. И все? И мутаген кончился, друзья мои. Да, недолго мы тут веселились. Очень быстро он закончился. Так, и мы с тобой открываем еще одного персонажа. Так, ага, улучшение на Ирму. Замечательно. Ну что, друзья мои, теперь переходим на основную сюжетку. Так, я забираю здесь награды. Замечательно. Кстати, подожди секундочку. У нас же с тобой вот здесь еще наградушки. Надо их брать. 339 зеленых кубков и 64 синих. Отлично. Так, и мы с тобой еще получили уровень. Да подожди ты, мне нужно за уровень получить награду. Ну и что ты, завис? Вот. Это что у нас такое? Бесплатно. Это я смогу, по ходу дела, открыть бесплатно персонажа или что? Не знаю, ребята. Так, с тобой прокачивать будем, наверное, вот эту вот фабрику, где изготовляется у нас с тобой мутаген, да? Так. Х2 умножение идет и плюс еще... Полторы к атаке или что это? Я не знаю, ребята, что там точно нарисовано. Но пускай будет прокачано. Так, что у нас с тобой? 25 тысяч мутагена. Плюс опять, наверное, могу. Да, еще одного. Блин, что я сейчас сделал, ребята? Вау! А у меня слэш трехзвездочный. А, слушай, это было у нас, по ходу дела, улучшение. То есть я мог поднять персонажу звезду, верно? Точно, ребята. Ну что же, я нисколько не жалею. В принципе, слэш трехзвездочный, это очень даже хорошо. У меня, кстати, ребята, есть Дементор. Я его не прокачивал, выпил такое лицо. Страшненькое. Вот, крэнк, я понимаю. Тоже хотелось бы его, конечно, друзья мои, проапать и получить на 3 звезды. Только после этого я его взял бы в команду свою. Ну что же, давай посмотрим, куда мы с тобой заберемся таким составом. Нет, тут надо поменять. И кого мы будем брать?
Кого мы с тобой будем брать? Я даже не знаю, ребята. Ну, мне кажется, так, Токко. Мы с ним тогда не справились. Потому что он действительно серьезный чувачок. Давай-ка мы с тобой поменяем команду. Я вот думаю, может быть, нам убрать Шредера. Вот так вот. Поставить нам Генша нашего. Я буду называть его просто жаба с топором. Так, Мондагека почему-то здесь, ребята, уступает нашему Рафаэлю. Хотя он 92 уровня, а Рафаэль всего 84. Ну, давай посмотрим, как у нас с тобой получится. Блин, конечно, разрыв очень большой. Ну, посмотрим. Посмотрим, что у нас здесь выйдет. Так, секундочку, пока все живы. Пока все живы. Ё-моё, нифига мы тут влупляем. Ты прикинь, этот с секирой вообще наяривать, будь здоров. Я просто в шоке от него. Ты посмотри, что он там творит. Слушай, возможно, мы даже с тобой сейчас сможем победить. Так, смотри, остается три персонажа у нас играбельных. Так, Ирма остается. И она, да, мы добили. Друзья мои, мы с вами прошли Токко. Я думаю, что так быстро у нас шло все, потому что у меня стоит скорость 4x. Вот почему так все быстро прошло. Нам надо с тобой понизить скорость. Да, хотя бы до первой. А то я даже не успеваю посмотреть, кто чего там сделал. Я хотел посмотреть, как у нас вот эта вот жаба с секирой бомбит. Вот этот круговой удар вообще великолепен. Согласись. Наносит дамаг практически всем, кто стоит в радиусе размаха этого топора. И я тебе скажу, мы неплохо здесь разруливаем. Очень неплохо. Так, сейчас Рокстеди погибнет. Ирма бомбит суператакой. И остается лишь Тирекс. Все, ребята, прошли с вами на изи. Мне нравится наш ход. Ход игры, как у нас все идет. Так, здесь у нас, значит, Рокстеди Бибоп и плюс вот эти вот три динозавра. Смотри, как он классно бомбит, а. По 1500 урона наносит за замах каждому. Я считаю, что это круто. Офигеть, сейчас они тут все и упадут. Кстати, Рокстеди переключился на Ирму. И это не есть гуд. Ты посмотри, что творит, а. Так, молодец, Бибопчик наш бросил гранату. Рафаэль разбирается с динозавром. Слушай, по-моему, победа за нами. Да. И это круто. Я тебе скажу, это очень круто. Мы сразу переходим с тобой на следующий бой. Опять Токко. Твою ж налево. И динозавры. На тебе, главарю достался не кисло. Блин, надо Токко валить. Сейчас начнем своими прыжками здесь буянить. Так, пока все отлично. Ребята, Ирма бомбит суператакой. Рафаэльчик красава, красава. Пронзил всех. Так, сейчас бросает гранату. Слушай, ну я тебе могу сказать следующее. Сейчас убиваем вот этого, да? Динозавра. Да, в принципе, и Токи осталось тоже недолго здесь плясать. Его уже нету. Ну согласись, команда рулит. Но по-другому это не скажешь. Ну что же, скоро должен быть босс, по идее. Так, а здесь у нас кожеголовый. Кстати, кожеголовый, по-моему, у меня тоже получил третью звезду. Если я не ошибаюсь, надо будет проверить. Так, ну что, клан Футовец сейчас упадет, это однозначно. Смотри, смотри, как он классно делает. Интересно, а тот, который с плеткой, он также хорошо воюет? Мне кажется, да. Если их вдвоем брать в команду, они, наверное, будут неплохо себя тут дополнять. А может быть, даже какой-то плюсик будет к ним. Как комбо. Тыдыч. Блин, Рафаэльчик красавчик. Мне интересно знать, а кто дает прибавку по броне? Какой персонаж, а? Друзья мои, если кто знает, напишите мне в комментариях. Так, остается один олух, и мы с тобой его сейчас запинаем. Давай, Ирма. Есть контакт. Все целые, прикинь, никого с тобой не потеряли. Ну что, у нас с тобой, ух, это, да, друзья мои, это Рахзар, собственной персоной. Интересно, он будет один или... Нет, ребята, он с Токой, плюс клан Футовец и два динозавра. Ну что же, давай проверим, кто сильнее.
Вражеская команда или все-таки моя? Так, Кейси Джонс, ребята, переключился на Рокзара. Смотрим, этот бросает гранату, Бибоп. Ё-моё, вот Ирма молодец, бомбит. Не по-детски. Слушай, а этот наш Джонни Кейдж до сих пор... Джонни Кейдж до сих пор не... Какой Джонни Кейдж, ё-моё? Чё у меня в голове Джонни Кейдж, ребята, из Mortal Kombat сидит? Скажи-ка мне на милости, а? Вот, короче, мы его потеряли с тобой. Кейси Джонс, ё-моё, вот какое увеличение. Джонни Кейдж, это же надо. Ребят, переиграл уже маленько. Так, мы посмотрим сейчас, сможем ли мы с тобой Рокзара здесь победить. Так, у нас с тобой Жаба, Рафаэль и Ирма. Слушай, мне кажется, сможем. Причем Рафаэль себе восстанавливает немножечко хп, я заметил. Да? Просто порвали. Да. Но Кейси Джонс неплохо вначале, ребята, валил этого Рокзара, я тебе серьезно говорю. Он к нему прицепился и все, и до конца его валил, пока не погиб. Так, смотрим, что у нас здесь. Он врывается в толпу и начинает махать своим топором. Вообще круто. Так, клан Фотовец тут сейчас погибнет. Слушай, ну чувствуется уже мощь у моих персонажей. Так, если мы с тобой будем получать кучу-кучу мутагена, я, конечно, прокачаю, наверное, все-таки вторую жабу, которая идет с плеткой. Его звать Наполеона. Ну, намного проще выговаривать, чем вот этого. Генхис. Жаба Гена, короче. Так, ну что, Рокс остается, да, один? Все, мы его расклепали. Почти. Он еще что-то сопротивляется. Кейси Джонс, ребята, подбил его. Так, слушай, дай-ка я посмотрю, сколько нам с тобой нужно двигаться до босса. Почему-то боссы у нас здесь не обозначены. А почему? Без понятия. Так, забрали. Скоро получим 21 уровень. И я хотел посмотреть, ребята, знаете что? На мой клан. Я сделал недавно чистку. Трех убрал. А, даже четверых. Поэтому, если кто желает, ребята, милости прошу. Но при условии, что вы будете играть. Если я увижу, что с начала сезона и до середины у вас будет меньше 10 уровня, соответственно, я вас буду убирать. Потому что не так тяжело здесь прокачиваться. Как ты видишь, я сам на 20 уровне, но бойцы у меня тут. Чуча уже на 38 ранге. Даркер 36, Дед 37, то есть ребята, вау, 38 плеер. Я не знаю, почему они плеерами, почему они не называют себя. Странно очень. Ну что, мы с тобой продолжаем наше приключение. Думаю, сегодня дойдем, может быть, до 30-очки. Хотелось бы, конечно. Так, ну что, поехали. Так, опять здесь у нас Рокзар плюс Тока. Ну и Кожеголовый, естественно, куда же без него-то. Давненько его не было, поэтому надо было его, конечно же, включить в этот отряд. Нате вам. Ирма там жарит, да, масухой. Так, Рафаэль пронзает. Так, Рокзар, смотри-ка, тут он что-то... А, ну Тока, как всегда, ребята, против Кейси, да? Мы Току завалили. Рокзар остается. И Кожеголовый. Кожеголового уничтожили. Также Кейси сейчас, наверное, добьет. Или кто у нас там? Я не понял, кто уничтожил, ребята, но Рокзар погиб. И динозавра. Потеряли только с тобой жабу. Ну что же, давай дальше. Следующий бой. Три динозавра плюс Рокзар и Рокстеди. Смотрим. Кто тут кого, кто сильнее. Ну, динозавры вот эти на самом деле лашпены. Согласись. Вот здесь Рокзар, да, сильный. И Рокстеди. Ну, это как бы основные бойцы. А эти уже как подкрепление. Так, Ирмочку сейчас завалят у меня. Ты представляешь, Рокзар Ирму, да, уничтожил, а? Засранец. Это плохо. Он лишил меня массовой атаки. Остается только у Бибопа масуха, да? И у жабы. Рафаэль только лишь пронзать может. Как бы на удачу. Но я думаю, удача нам здесь улыбнется все-таки. Сейчас Рокзара мы распишем. Секундочку. Вот так вот. Рокстеди там что-то еще сопротивляется. Все, ребята.
Да, нисколечко не жалею, что мы с тобой вот эту вот черепаху получили. Точнее, жабу. Ведь это жаба. Я, кстати, вот этого персонажа, друзья мои, вообще не помню по мультику, по черепашкам-ниндзя. Если кто помнит, то напиши, откуда эта жаба. Может быть, она просто придумана здесь? Так же, как и этот. Утка, летающая утка. Здесь новый персонаж, да? Тоже я такого не помню. Персонажи. Может быть, это в самых-самых начальных комиксах где-нибудь в тех краях было. Так, ну что, только допрыгался я у нас, да? Только допрыгался, и остаются динозавры. Все, мы их с тобой победили. Ну, потеряли Бибопчика. Это ничего страшного. Слушай, сейчас должен быть босс уже, по идее. Ага. Вот он, родные мои. Зоракс. Фига он, ассасин, что ли? С таким этим лезвием в руке. Так, вот плохо, что с ним Тока. Ну-ка, давай посмотрим, что интересно делает Зоракс. Я так понимаю, это обычный боец, без магических способностей, но зато, наверное, с офигенной силой. Хорошо, ох, ё-моё. Вот эта жаба там наяривает, а? Вот ее круговые удары про... И она еще при этом очень жирная. Так, подожди, а почему так мало здоровья? Что случилось? Было фулл хп почти. Это вот это так бомбит? Ого. Друзья мои, это Зоракс очень сильно бомбит. И посмотри, что он там творит. Так, у нас с тобой... Ой, Ирма, Ирма. Господи, они забомбили. Смотри, сколько он, ребята, отнимает здоровья. Смотри, ты видел? Он делает комбо. И практически Кейси Джонсом его вынес. Вот я не знаю, сможет ли у меня здесь Рафаэль противостоять ему. Один. У него, конечно, есть броня. Есть броня, ребята. Но она очень быстро улетает. Вряд ли Рафаэль здесь, конечно, один справится. Сейчас он сделает комбинацию. Так, он немножко восстанавливает себе броню, Рафаэль. Но все равно, ребята, этого недостаточно. Ого! Ты видел? Ты видел, что он сейчас сделал? Он достал ствол и начал стрелять. Такого не было. В первый раз я вижу такое. Так, друзья мои, ну, я думаю, что этот бой нужно переиграть по-любому. И если сейчас мы с тобой проиграем, я поставлю x2 скорость, чтобы посмотреть на все происходящее здесь. Вот это вот меня интересует. Смотри, фулл хп почти, да, у нашей... Блин, так слишком быстро. У нашей жабы. Слушай, сейчас совсем все по-другому. А расклад совсем другой. Я даже скажу тебе, лучше расклад, чем был в предыдущем бое. Так, ну, Кейси Джонс погиб на этот раз. Так, ладно, смотрим. Массовая атака от Ирмы. Вот он на Ирму переключился. Все, ребята, Ирму он уничтожил. Гаденыш этакий. Слушай, ну тут мы его вообще колбасим по чернаку. Вот он, видишь, опять достал свою пушку и начал стрелять. Слушай, я думаю, против жабы и Рафаэля у него нет шансов. Ай-яй-яй-яй, как больно он делает. Хорошо, что у нас жаба может уворачиваться. И все, и Зораксу крышка, друзья мои. Совсем другое дело. Великолепно сыграли наши бойцы. Мне понравилось лично. Ну, здесь переживать не стоит. Здесь кожеголовый, Панк, Рокзар и два динозавра. Уж их-то мы порвем с тобой на изи. Сейчас Бибопчик только начнет бросать свои гранаты. Вот так. Плюс жаба будет делать свой круговой удар. Кейси в рукопашку и так справится. И сейчас еще Ирма сделает свою массовую атаку. А, нет, она пока оглушена. Она пока в стане, но она выходит из стана и начинает сразу применять. Ты знаешь, что я заметил? Что у Ирмы магические атаки стали какие-то слабенькие. Не пора ли нам ее поменять? Как ты думаешь? Может быть, конечно, и не пора. Может быть, я заблуждаюсь, потому что по атаке она, извини меня, еще пока хороша. Почти 4000 у нее урон. А самый сильный урон у нас у Бибопа. Хм. Удивительно, да? Ну, знаешь, почему это все? Потому что у нас очень много выпадало дублей на Бибопчика, и он этим самым прокачался. Прокачал именно себе мощь. Так, подожди-ка, что у нас тут творится? Да все пока хорошо. На тебе.
Офигенно. Так, Кейси Джонс тут, ребята, что-то пасует у нас. А, ну он правильно против Бибоба и Рокстеди выступил. И это, конечно, было зря. Зря сделано. Слушай, а мы здесь с тобой терпим неудачу. Если не веришь, посмотри сам. У нас остается только Рафаэль, которого уничтожили, и Бибопа тоже уничтожили. Так, это дело мне не нравится. Ну-ка, давай-ка мы с тобой сделаем повтор. Но я попробую, знаешь, что сделать? Убрать, наверное, Ирму и поставить Донни. Давай-ка посмотрим, что у нас из этого получится. Да, я знаю, ребят, мы теряем по мощам. Но все-таки надо протестить этот вариант. Ага. Так, Донни, давай-давай свои суператаки. О, его разбирают. Его разбирает, друзья мои. И именно Бибоп наяривает. Слушай, Донни, по-моему, крыша. Он бросает гранату в толпу. Твою же налево. Так, кто у него тут целый? Бибоп, Рокзар, а нет, Зоракс. Зоракс. Блин, нас тут распинали, друзья мои. Офигеть, неужели это все из-за этого Зоракса, а? Похоже на то. Рафаэль, конечно, красавчик. Один борется здесь. Вообще ничего не могу сказать против. Его броня очень нас спасает. Но все равно он здесь не выживет один. Нет, ребят, это исключено. Слушай, а если нам с тобой прокачать? Я думаю, мы с тобой мутагена немножко поднабрали и сможем чуть-чуть кого-нибудь прокачать. Да, мы можем с тобой. Мы можем прокачать Рафаэля. Сейчас посмотрим, насколько хватит здесь. На 2 левла, да? Так, Рафаэльчика я качну чуть-чуть. У нас нету, да? Не хватает пока. Зак стоит 1000 монет, а у нас с тобой 670. Если я вот этот возьму сундучок, нам достанется двухзвездочный Наполеон. Спрашивается, зачем, да? Вот, ребята, Айздак. Ведь этого персонажа тоже не было, по-моему, в мультике. Я могу, конечно, что-то путать. Что это вот за лотус? Откуда взялся лотус? Кто мне скажет? Я думал, что это у нас Карайка. Но Карайка вот она. А это совсем другой персонаж. Лотус. Не знаю, ребята. Скарк. Тоже, да, какой-то чувак, пришелец. Непонятно, откуда он взялся. Из глаз что-то там стреляет. Да, персонажи еще хватает. И с каждым сезоном, насколько я понял, друзья мои, нам будут все новых персонажей давать. Так, а на 6-м канале я на каком, ребята, месте? На 155-м этаже. Потом я уже просто перестал бомбить. Так, ну что, давай еще разок все-таки попробуем. Наверное, Донни придется нам с тобой убрать. Донни убрать. И кого поставить? Обратно, что ли? Ирму. Блин. Кожеголовый отстает по уровню. Можно будет, конечно, его прокачать чуть-чуть. Ну, давай сделаем с тобой вот так вот расстановочку. Вот так вот. Даже вот так. Посмотрим. О, слушай, ну здесь, конечно, жирные бизоны. Бибоп тут мощный, да? Плюс Зоракс сам по себе не кислый. Очень не кислый. И вот эти вот мешаются нам. Так, Ирма бомбит. Ну ты видишь, Бибопа у нас уже вынесли с тобой. Причем так быстро. Никак не получается, ребят. Никак не получается вынести их. Хоть Кейси Джонс там, конечно, старается. Все, его выбили. Выбили из колеи. И остается у нас опять Рафаэль с тобой и жаба. Мы даже с этими не можем с тобой сразиться. С обычными мобами. Все, остается один Рафаэль. Его, естественно, ребята тут бомбанут. Этот чепушило все стреляет и стреляет. А, печалька. Ну что, дорогие друзья, я думаю, наверное, мы с вами на этой ноте остановимся. У меня есть только одно предложение. Я за кадром пойду в PvP-шку схожу, подерусь маленько, да?
попробую выбить там сундучки. Соответственно, немножко мутагена прокачаться. И мы с тобой уже увидимся в следующей серии. Я надеюсь, прокачаем с тобой еще Наполеона и поставим его вместо кого-нибудь. Ну и дальше будем проходить, потому что нам нужно с тобой заканчивать 12-е приключение и переходить уже на 13-е. Ну а с вами был Рэй, всем удачи и до новых скорых видосиков.